мультиметр Mastech M320 – это цифровой измерительный прибор, который способен измерять постоянное переменное напряжение до 600 вольт, постоянный переменный ток до 400 миллиампер, емкость до 100 микрофарад, частоту до 100 кГц, а сопротивление до 40 мегаохм, а также прозванивать цепи и проверять диоды. Выбор пределов измерений автоматически. Для осуществления каких-либо измерений достаточно включить прибор и с помощью кругового переключателя выставить величину, которую надо измерить и провести измерение. В результате измерений выводится на ЖК-экран, который можно зафиксировать с помощью кнопки Hold. Мультиметр M320 прекрасно подходит как автолюбителям для измерения напряжения бортовой сети автомобиля и прозвонки качества соединения проводников, так и для электромонтажников и инженеров. Небольшие размеры и маленькая масса измерительного прибора, а также хорошо продуманный удобный карман в корпусе для хранения щупов позволяет носить мультиметр в кармане или хранить его в бардачке автомобиля. В случае, если питание мультиметра M320 будет не выключено в течение 30 минут, после проведения последнего измерения прибор автоматически отключится.